Так, всем здравствуйте. Сегодня вот хочу показать, как я варю кашу для собак алабаев. И заодно курам вот мешанку варю. Так. Здесь у меня сейчас вот курам варю, собрал все очистки. Тыква, картошка, лук, морковка. И мелко вот нарезанные кусочки жира говяжьего. А здесь у меня кости. Бульон сейчас варится. Тоже жир говяжий и косточки. Вот, алабаем. Варю сейчас на мангале вон. Всякий мусор сжигаю. Так, сейчас покажу. Так, варю вот на таких курам вот такой вот жир. Режу. Беру вот эти обрезки все по 10 рублей килограмм. Здесь он мясо, хребет собакам. Курам вот жиру такой вот режу. Мелко режу и варю. Собакам косточки, барани какие-то здесь, маслы, хребет. Но больше мякоти здесь, он мякоть одна. В основном такие вот с мясом кусочки. И завариваю собакам. Сейчас вот купил. Вон, еще кошки едят. Сейчас купил он макароны вот такие вот. По 18 рублей у нас килограмм. Какая-то браковка фасовки. Сейчас покажу, буду сыпать. Вот такой собачка. Засыпаем. Ведерку. И сейчас помешиваем. Сейчас минут 20. И каша собакам будет готова. 20-30. Вот так. Больше подкладывать не буду. Он сейчас будет так томиться на огне. Все разбухнет. Вон. Жирок говяжий. И здесь он как хорошо кипит. Курочка. Вон. Тоже жирок. Несутся хорошо от этого сейчас. Вот как-то так питаются у меня алабайчики и курочки. На этом все. Всем всего хорошего. Подписываемся на канал. Ставим лайки.